И еще одна полезная информация о гонках на скоростях. Трасса пролегает по улицам Новочебоксарска. Участники в боевом настроении. Однако, чтобы выиграть, им не нужно давить на газ. В первую очередь гонщики заводят свои телефоны и модемы. Компания «Мегафон» измерила скорость мобильного интернета в городе «Спутники». Тест-драйв с участием независимых пользователей. Для компании «Мегафон» в Чувашии это стандартная процедура проверки качества мобильного интернета после проведения модернизации сети. Главное отличие таких мероприятий от плановых измерений – участие блогеров и журналистов. 24 сентября в рамках празднования Дня города тест-драйв мобильного интернета впервые прошел в Новочебоксарске. Две команды блогеров и журналистов, одна из которых состояла из новочебоксарцев, вторая из представителей столицы Чувашии, сошлись в мобильной битве. Места для замеров определялись с помощью заданий, которые приходили на электронную почту. Правильные ответы нужно было на скорость размещать в социальных сетях. Все задания были связаны с днем рождения и историей Новочебоксарска, поэтому местной команде пришлось проще. Доехать до производителя в пике. А, я знаю, это на 10-й пятилетке. В течение игры были проведены замеры скорости в центре города и на периферии, в промышленных районах и местах большого скопления людей. Результаты оказались достаточно стабильными. Скорость сравнима с скоростями в городе Чебоксары. С учетом того, что мы внедряем технологию Dual Carrier по всей республике, здесь скорости тоже достаточно высокие. Достигали скоростей 23-25 мегабит в секунду. Для конечного пользователя, безусловно, это скорости позволяют не только серфить в интернете, но и также скачивать большие объемы информации. Жители Новочебоксарска уже успели оценить связь не только посредством тест-драйва, но и пользуясь интернетом в повседневной жизни. Очень активно приходится перемещаться по Новочебоксарску, и всегда при этом включен смартфон, ты заходишь там в скайп, еще куда-то, ну, используешь мобильный интернет, и хочу сказать, что он здесь на достойном уровне, нет таких зон, где ты пропадаешь, из зоны видимости друзей, близких, коллег по работе, ты всегда на связи, «Мегафон» здесь очень шустрый, и это устраивает полностью меня как абонента «Мегафона». Тест-драйв пролетел на одном дыхании. Мобильный интернет на высоких скоростях стал подарком жителям ко дню города. Новочебоксарцы надеются, что следующий тест будет на сети «Мегафон» уже нового поколения. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.